Первенство Нижегородской области по футболу среди команд-призеров зон Юг, Восток и Север проходил по кубковой системе. В этом году в нем приняли участие команды из Перевоза, Арзамаса, Княгинина и Сарова. На протяжении всего первенства наши спортсмены были лидерами турнирной таблицы. Но в финальном матче с арзамасскими футболистами Дюшекар уступил в серии пенальти. Финальный матч проходил по счету с нашим преимуществом. Арзамасы все время нас по счету догоняли, мы выходили вперед. Но основное время игры закончилось 3-3, а по пенальти, это футбольная лотерея, к сожалению, мальчишки вступили. Несмотря на то, что икаровцы на турнире стали вторыми, юные спортсмены не расстроились. Говорят, что серебро – это тоже хороший результат. На соревнованиях ребята пообщались с опытными тренерами и познакомились с сильнейшими командами области. Турнир был интересный, хорошие игры были, как бы турнир хороший, очень был. Как бы игроки сильные, хотели первое место выиграть, но не получилось. В следующем году мы заберем, выиграем команду и заберем первенство. Лучшим игроком турнира стал вратарь Никита Мелехин. Юный спортсмен занимается футболом около 3 лет. По словам Никиты, на турнире он поймал несколько сложных мячей, летевших в ворота. Мне дали приз за финальную часть, потому что там в финале было сложно, но мы попытались выиграть, но в серии пенальти нам не повезло немного. У меня было радостно, я обрадовался, что мне дали приз. Это было так неожиданно. Я вообще не думал, что мне дадут приз. Сегодня икаровцы готовятся к спортивному турниру «Ближе к звездам», который пройдет в Нижнем Новгороде. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Почти 10 лет 16-я школа ждала новый стадион. И, наконец, при помощи областных властей, городской думы и администрации этот вопрос удалось решить. Я очень рада, что теперь дети нашей школы и окрестных школ получили вот такую возможность заниматься на новом спортивном стадионе. Ну и я надеюсь, что нас ждут, по крайней мере, олимпийские рекорды. Программа по реконструкции школьных стадионов родилась у депутатов городской думы. Народные избранники заметили, что в городе растет количество людей, которые уделяют внимание своему здоровью, занимаются физкультурой и спортом. Основы такого образа жизни закладывают в детстве. Обновленный стадион с развитой инфраструктурой и современным оборудованием необходим для полноценного и гармоничного развития школьников. На торжественном открытии народные избранники поздравили ребят с появлением нового спортивного объекта. Мы желаем вам, активно занимаясь спортом на этом стадионе, беречь его, чтобы он через 10 лет был еще краше. Это трудно и в то же время легко. Просто нужно любить свой город, свой микрорайон, свою улицу и свою школу. Планируется, что пользоваться спортивным сооружением со временем станут и жители микрорайона. Стадион школы номер 16 – не единственный объект, который депутаты планируют реализовать. Следующий межшкольный стадион должен появиться у школы номер 7. Затем 12 и, может быть, 13-я школа. То есть посмотрим, как программа себя зарекомендует. Мы очень довольны, что здесь нам навстречу пошла администрация города, включили эти межшкольные стадионы в бюджет. И мы продолжим эту работу. После торжественного открытия стадиона ученики смогли сразу же опробовать все спортивные площадки, беговые дорожки, зоны для прыжков, поиграть в игры и принять участие в эстафетах. Екатерина Апенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Более 1000 спортсменов-любителей съехались со всей страны в Тамбов, чтобы доказать право первенства. Состязания трудящихся проходили по нескольким видам спорта. Коллективы предприятий и учреждений мерили силами в баскетболе, волейболе, мини-футболе, а также гиревом спорте, легкой атлетике, перетягивании каната, плавании, самбо, настольном теннисе и шахматах. Для спортивных семей было предусмотрено прохождение туристической полосы. Честь Российского федерального ядерного центра ВНЕФ и региона в целом защищали сразу 38 сотрудников из различных подразделений института. Прямой конкуренции у нас в области нету, именно у трудящихся. Вот. Мы уже 4-й год подряд одним с большим своим коллективом представляем Нижегородскую область на этих соревнованиях. Мы берем лучших, потому что у нас проходит своя спартакиада, то есть мы уже по результатам отбираем спортсменов. Соответственно, коллектив где-то на 50% периодически обновляется. В
течение 3 дней трудовые коллективы испытывали себя в ловкости, скорости и силе. В общекомандном зачете команда сотрудников РФЦПНИФ завоевала 18 место, шахматисты 8, пловцы 9, баскетболисты 12. Выдающиеся результаты показали самбисты. Спортсмены привезли 2 медали в весовых категориях 68 и 100 килограммов. Дмитрий Марьясов занял 1 место, Максим Илюхин 2. Здесь не столько результат важен, то есть мы не за первые места говорим, а именно вот достойно представить рабочий спорт на таких мероприятиях. Вот. Для наших спортсменов, ну, в принципе, они довольны вот этими выступлениями. То есть они свой уровень знают, поэтому их это, в принципе, устраивает так же, как и нас. Тяжело бороться, к сожалению, с непорядочными коллективами физкультуры от некоторых регионов, которые возят действительно профессионалов, потому что вот у нас был прецедент. Сняли в борьбе человека, который участвовал в чемпионате России. Действительно, люди, которые работают на производстве, после этого тренируются и ездят соревноваться с профессионалами, которые там, да, всю жизнь этим занимаются. То есть довольно тяжело. В госкорпорации «Росатом» 2019 год объявлен годом здоровья. В РФЦПНИФ всегда уделяли большое внимание спорту. Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение сотрудников в занятия физкультурой – одно из приоритетных направлений социальной политики ядерного центра. 3 раза в неделю работники атомной промышленности тренируются, ходят в спортивный зал, расширяя свои физические возможности. Регулярно спортсмены РФЦПНИФ участвуют в различных соревнованиях всероссийского и международного масштаба. Они сами тренируются, сами себя развивают, то есть они ходят на тренировки, участвуют не только в этих соревнованиях, у нас же еще есть и, например, плавание, соревнования, мастерс, турниры там, по баскетболу, там, по каким-то другим видам спорта. Легкая атлетика тоже периодически выезжает на какие-то соревнования. Самые значимые мероприятия – это вот международные спортивные игры трудящихся. Вот. И фестиваль, спортивный фестиваль, тоже международный, который проходит в Болгарии ежегодно. От Сарова выступило 8 спортсменов, это плавание и баскетбол. Вот. То есть плавание у нас, наша спортсменка завоевала 7 золотых медалей, 2 серебряных. И баскетболисты заняли серебро, 2 место. Приоритетное событие для сотрудников РФЦПНИФ – «Атомиада» – спартакиада трудящихся госкорпорации «Росатом». Региональный этап в очередной раз пройдет в Сарове. В мае будут определять сборную, которая отправится на финальные соревнования в Железногорск. На праздник микрорайона Центра внешкольной работы маленькая Таня пришла вместе с бабушкой. Осенние мероприятия вместе с нами они ждали с нетерпением. Для них провести время на свежем воздухе гораздо лучше, чем сидеть дома. Тут познаешь, играешь, потом смотришь, чем занимаются здесь детки. Поют, танцуют, аттракционы. Мне очень понравилось, и я думаю, что и моей внучке понравилось. Праздник вместе с нами активисты клуба здоровья традиционно проводят для жителей микрорайона. Каждый год организаторы напоминают юным гостям, что осень – это совсем не хмурая и пасмурная погода, а красивое и яркое время года. Мы сегодня хотим всем жителям доказать, что осень – это все-таки яркое время года, это буйство красок. И мы еще им сегодня на нашем празднике раскроем и покажем топ-7 способов, как осенью была постоянная энергия. На протяжении всего вечера юные гости участвовали в конкурсах, разгадывали загадки на тему осени, фотографировались с ростовой куклой, а также принимали участие в интерактивных играх и мастер-классах, где из подручных материалов мастерили игрушки. Мне дали прищепочку, я разукрасила сначала коричневым, а потом пятнышки черным. Хотела сделать собачку. Яркую концертную программу для жителей микрорайона подготовили творческие коллективы и активисты объединений Центра внешкольной работы. На площадке выступили воспитанники ансамбля русской песни «Забава», театра «Моды Русь» и клуба собаководов «Акбар». Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».